Давайте. Давайте еще раз поаплодируем. Я очень рад, что здесь такая обширная аудитория. Там уж звук хороший. И проще разговаривать, потому что лучше глаза в глаза, чем сразу в 10 тысяч глаз. Заинтересованные увидят. Значит, сегодня я буду рассказывать про то, что есть и то, чего нет. То есть вот первая картинка, и мой доклад называется «Иллюзии моделирования мозга». Это, значит, как бы такая небольшой ушат холодной воды для тех, кто рассуждает про искусственный интеллект и про все остальное. Ну, на первый взгляд кажется, что все очень хорошо, и достижения в моделировании мозга совершенно обалденные. Ну, например, значит, у нас есть у американцев платформа на 148, ну, почти по 100, на 150 петафлопс, то есть скорость вычислений безумная. Нашему мозгу никогда не снилось такие чудеса. Ну, похуже тоже из США. Потом в Китае на 93 петафлопса сделан компьютер, суперкомпьютер, я говорю только о таких вещах. И он вроде бы хорош, правда, мне непонятно, что китайцам там считать с такой мощностью. Ну и совсем уж недавно, несколько недель назад, введен в строй сбербанковский компьютер. Ну, тоже вроде как ничего, 6,7 петафлопса, ну, где-то там ближе к 60-й позиции в мировом рейтинге этих самых суперкомпьютеров. Ну и вроде бы все здорово. Ну, смотрите, такая скорость. Нейроны, как известно, максимальная скорость передачи сигнала 200 импульсов в секунду. И то с трудом. Это в таких системах, как слуховая, например. А в других местах и того хуже. То есть еще ниже скорость. То есть сравниваться нельзя. Но то, что мы ошибаемся, там, несмотря на всех фокусников, которые прочли в детстве книжку о том, как вычислять в уме, и потом показывать все эти фокусы на сцене. На самом деле вычисляем очень плохо, хуже машины, проигрываем. И, ну, а тем более, что в 2021 году у нас Frontier, знаменитая машинка американская, которая на полтора экзафлопса, то есть на порядок больше, чем все, что сейчас существует, планируется. Ну и не стоит на месте история. То есть дело в том, что давно стало понятно, еще в 70-х годах, что компьютерные системы, то есть те самые чипы, о которых идет речь, они порочны, поскольку обладают достаточно убогой архитектурой. То есть там значения вариантов решения проблемы так мало, что приходится наращивать объем памяти и мощность. Ну и поскольку это было понятно уже в 70-х годах, в 80-м уже начали пытаться создать какие-то микропроцессоры, напоминающие наши нейроны или мозг в целом. Ну и здесь тоже прогресс, кажется, налицо. Значит, специальные компьютеры создаются на специальных процессорах. Что тут самое интересное? Это суперкомпьютер CS1, нейросетевой, специально сделанный в США, который обладает 1,2 триллиона транзисторов и 400 тысяч ядер. То есть он как бы имитирует некий аналог нейросети. Ну, о нейросетях мы поговорим тоже подальше, поскольку никаких нейросетей, как вы понимаете, нет. Это есть красивые названия, которые, к тому же, не работают толком. Значит, дальше сейчас создано минимум три, даже один наш, нейроматрикс NM64080 с 21 ядром. Но это совместно наши сделали по 28-микронной технологии. Но наиболее известный нейроморфный процессор Intel и нейромем 500 с 576 нейронами. Кажется, вот уж сейчас будет прорыв. Учитывая гигантские мощности вычислительные, учитывая то, что созданы специальные процессоры, которые плохо или хорошо, но как-то имитируют всю эту систему, сейчас мы прорвемся. Действительно, искусственный интеллект просто появится во всех кофеварках и чайниках. Тем более, что вот последние номера Neuroscientist пишут о том, что 77 тысяч нейронов полностью промоделировано. Значит, ну как с инженерной точки зрения моделировать нейроны, это отдельный анекдот, это надо сказать, рассказывать на юмористических вечерах, а не здесь. Но, тем не менее, уже все стало понятно. Новый суперкомпьютер там в Англии за 15 миллионов фунтей, он, оказывается, поразит время и пространство, и не сегодня, а завтра решит проблему мозга. Ну и уже дело пошло дальше. Здесь специально привожу маленькую картинку о том, что вы можете бесплатно поставить себе программку «Виртуальный мозг».
Но это у того совсем плохо с мозгами. Ну, ладно, виртуально подойдет. То есть, иначе говоря, как бы успехов много, а результатов нет. И эти результаты связаны с тем, что на самом деле, что добились-то? Вот эти, я слышу с 70-х годов разговоры про искусственный интеллект и участвовал в конференции, еще когда компьютеры были на транзисторах. То есть самый примитивный, Z80 процессор такой, который сейчас стоит в чайниках, значит, он казался достижением электроники. Так что же произошло? Ну, во-первых, достигнув без небумажной прессы, мы возвели с помощью компьютерных систем, стали производить абсолютную ложь. То есть, когда нельзя ничего проверить. То есть, любую чушь при монтаже соответствующем, при хороших вложениях денег можно выпустить эфир. Дальше. Значит, всеобщий надзор за всеми. То есть, чему привел? Что-то хорошее сделал? Да нет. Просто тотальное вторжение в личную жизнь и досмотр абсолютный за всеми передвижениями, звонками, сообщениями, голосовыми и прочим. Ничего хорошего нет. Ну вот, и все это построено, к сожалению, на так называемом термине цифровизации, который является на самом деле обращением к очень страшной вещи. К человеческой лимбической системе – это то самое, что заставляет вас сделать «хочу», а не то, что надо. То есть ваши хотелки, они поощряются, поскольку наш мозг так устроен, что если вы что-то делаете плохое, ну, то есть не зарабатываете, а воруете, ленитесь, в институт не ходите и прочее, прочее, у вас тут же выбрасываются внутренние каннабиоиды, опиоиды и прочие другие прекрасные вещества, которые ставят ваш мозг в зависимость. И вот это вся, значит, компьютерная имитация некой деятельности, когда вам кажется, что у вас на ладоннике весь мир, она поддерживается внутренними наркотиками. Отсюда это такой бизнес. Никто не может от этого оторваться, потому что мозгу все равно, это иллюзия или реальность. Если непосредственно у вас нет опасности умереть, то эта самая иллюзия, она вполне годится. То есть мозг этим пользуется. Но и результат. Знаменитый Blue Brain проект, который здесь только что упоминали, про мозг мыши. Расскажу, потому что это учитесь, будущий компьютерщик, как деньги зарабатывать. Было объявлено, что будет создан мозг человека со всеми деталями, все такое. Значит, в Европе взяли на это 1 000 000 000 евриков и сказали, что создадут. Взял их, кстати говоря, не какое-то там ничтожество, а серьезный человек, директор института компьютерного в Лозанне. Вот. И сказал, что он это все создаст. Окончилось совершеннейшим фиаско. Значит, исследованием 17%, всего 17% нейронов мозга мыши, и то не целиком. То есть за 1 000 000 000 можно было бы еще, то есть еще нужно 5 миллиардов, чтобы мозг мыши исследовать, и то не целиком. Так что это прекрасный бизнес, то есть отличная помывочная, но которая к реальности не имеет никакого отношения. И таких проектов за последние 5 лет было по меньшей мере, ну, десяток во всем мире. То есть отмыто минимум 10 миллиардов долларов. Вспомните обамовский миллиард знаменитый. Тоже исчез, как воздух. Ну и дальше прогнозы. Уже не сбывшиеся. Потому что все эти болтуны компьютерные, они, к сожалению, обещали. То есть они обещали к 2016 году, что у нас будет искусственный интеллект, который будет учитывать персональные особенности мозга человека. Так, сейчас 19-е. Где искусственный интеллект, индивидуальные особенности? Чего-то нет. Дальше. В 2017 году будет создан чат-робот, который пройдет тест Тьюринга. Ну, я понимаю, что тест Тьюринга – это для слабоумных подростков. Ну, ладно. Ну, другого способа как бы для инженеров отличить компьютер от человека нет. Но он не прошел до сих пор. В 2017 году это обещали сделать, на дворе 2019. То есть провал за провалом. Я уж не говорю о том, что формирование целостной информационно связанной среды не вышло. Все это закончилось позором полнейшим, как вы прекрасно понимаете. Ну и привело это к замечательным результатам. 2% рост составляет всего 2%. Напоминаю, то есть производство губной помады, оно более интенсивно растет. Так что вот примерно такие компьютерные вещи происходят на белом свете, которые говорят о том, что дело очень плохо в этой области. Тем не менее, после того, как ребята освоили 1 000 000 000 Human Brain Project, тот же самый,
опять объявлять новый набор. Желающие могут успеть. До середины ноября подавайте заявки. И там находятся все те же самые приемы. То есть опять надо емкость нейронов изучать, число синапсов считать, то оно сосчитано 70 лет назад было. Ну и прочие всякие достойные. То есть полный позор. А Nature опубликовала вот недавно, в июле, прекрасную статью о четырех проблемах. Тоже проблем нет, четыре только. Проблема в устройстве мозга, которую, когда я прочел, долго смеялся. Потому что надо быть редактором Nature, чтобы такую ахинею публиковать. То есть они вообще не понимают, о чем идет речь. И, к сожалению, это говорит о том, что создавать искусственный интеллект такими темпами еще будет, можно будет на вашу жизнь для молодых девушек и мальчиков точно хватит. С такой глупостью точно бороться невозможно. Значит, едем дальше. Не буду вам пудрить мозги относительно того, что все эти так называемые бейсовские классификаторы и примитивнейшие системы, которыми пользуются современные компьютеры, просто скрывая под быстродействием убогость своих программ, называемых интеллектуальными, они никакие не интеллектуальные, созданы все в основном в 40-х, 50-х, 60-х годах, и в лучшем случае нейроны моделируются там моделью Ходжкина-Хаксли 52-го года, которую, когда стали применять, вдруг выяснилось, что там 200 параметров, и если хотя бы 135 нейронов круглого червя попытаться запрограммировать, да каждый синапс еще при этом, то никаких компьютеров не хватит. Они тут же ее упростили через 10 лет, но она опять не работает. То есть идеология середины 20 века на современной базе за счет скорости и всего остального, то есть скорости и объемов базы данных, дело создают иллюзию искусственного интеллекта. Его в помине нет, я потом объясню, почему. И не будет в обозримом будущем. Почему? Потому что все современные вычислительные системы работают по принципу классификатора, самого примитивного, самого древнего, который известен с 1917 года. Объем памяти большой, скорость вычисления большая, и вам не видно, что это просто счеты. Поэтому проблема такая. На самом деле мозги, если моделировать мозги, то здесь нужно учесть несколько параметров. Во-первых, в мозгах мозги работают совершенно иначе, нежели современные компьютеры. И принципы, которые лежат в основе мозга, совершенно иные. Вот здесь в данном случае обычный человеческий мозг. Он очень небольшой. Там примерно 150 миллиардов нейронов. Из них в подкорковой части располагается примерно около 130 миллиардов. И кора, вот это самое то, что снаружи торчит, видно в виде бороздки извилин, там примерно от 9 до 19 миллиардов. Организация достаточно простая, ничего там хитрого нет. То есть мозг организован в виде упакованных в шестислойную кору вот такую, здесь не работает ничего, не видно, вот, в шестислойную кору нейронов, которые в разных местах вот этой поверхности мозга разные и выполняют четко заданные функции. То есть каждый покрашенный участок – это конкретное поле и конкретная функция. Иногда эти функции достаточно сложные. Но, как вы понимаете, никаких математических функций там нет по одной простой детской причине. В биологические процессы, в которых складывался наш мозг, не предполагали математики. Никакого программирования, они решали биологические задачи. И наше мышление – это на самом деле отрыжка решения биологических задач, которые на самом деле решались этим мозгом. То есть просто у нас не было когтей, зубов, клыков и быстрых ног для того, чтобы решать свои проблемы. Но вот на эволюционное причудо, когда мы эволюционируем за счет нашего головного мозга. Вот, собственно говоря, и вся история. Вот нейроны, которые пытаются моделировать. Вот они здесь расположены в 6 слоев. Каждый нейрон – это вот эта вот точка, которая вам издалека видна. Они организованы в такую кору. Значит, у каждого из этих нейронов от 100 тысяч до миллиона связей с соседними клетками и плюс длинные связи с далеко стоящими отделами. И мозг, и надо сказать, не всегда, всегда работает неравномерно. То есть, в отличие от суперкомпьютера, который, производительность которого меряют по потреблению энергии, по-другому нельзя – эта штука работает как раз очень эффективно. Напомню, что человеческий мозг – это примерно 10 ватт. Значит, то есть хороший суперкомпьютер – это миллион человек.
То есть у нас 10-ваттный мозг. Весь все тело потребляет 100 ватт примерно, мозг 10. А учитывая, что он работает дифференциально, то есть не весь везде, ну там где-то чуть побольше, где-то поменьше в среднем, там 5-7 ватт, не больше, не более того. Это для того, чтобы обеспечить вот эти вот все нейроны, причем обеспечить их энергией избирательно. То, чего в компьютерах нет. Избирательность компьютеров, вычислительных мощностей отдельных частей крупных компьютеров не существует. Значит, как это все устроено и как кодируется сигнал? Дело в том, что в инженерном мире, к сожалению, существует совершенно идиотическое представление о том, что нейроны образуют простейшие сигналы, которые пробегают электрический сигнал, импульс. И этот импульс несчастный, значит, он вот и есть информационная передача сигнала, некий проводник. Ну, представим себе там 10-микронный там, или 100-нанометровый еще какой угодно. На самом деле это достаточно большое волокно диаметром около миллиметра. Но фокус заключается в том, что никаких прямых однозначных сигналов, которые предлагали еще во времена Бейсовского классификатора, то есть типа «да», «нет» с 30-х годов прошлого столетия, нет. Дело в том, что каждый синапсис от 100 тысяч до миллиона, как я говорил, он несет информацию. То есть сама передача импульса идет электрическая. Да, тут все правильно. Но информационная его часть содержит огромное количество медиаторов в разных сочетаниях. Поскольку все есть арифметикой владеют школьного курса, рассчитайте А из Н по К. 24 медиатора, только основных в разных комбинациях. Понятно, что вероятность вычислить, то есть так закодировать сигнал, нет никакой возможности, тем более его динамически менять в зависимости от формы сигнала. То есть вот такая вычислительная машина, которая работает на самом деле, постоянно перегоняя медиаторы к концу и генерируя плюс собственные сигналы. Это очень маленькая синапсы, это очень маленькая часть, никакого, как вы видите на этой картинке, пространства, в котором одиноко лежит тоскующие нейроны, генерируют импульсы, как вам в картинках показывают, нет в помине. Мозг – это сверхплотно упакованная система, где нет никакой щели, поскольку вот здесь речь идет там о 70-20 ангстремах. То есть ни о каких пространствах там нет. То есть это хорошо изолировано, очень плотно упакованная система, которая еще снабжена огромным количеством сосудов, которые подносят энергию и кислород, и уносят СО2 и расходные материалы. Напомню, что наш мозг в том случае, когда вы по-настоящему скрипите мозгами, то есть думаете, не дай бог, о чем-то, ну, не о науке, нет, о чем-нибудь таком простом, доступном, там, о новом платье, например, ну, то, что действительно возбуждает по-настоящему. Ну, вот, или о молодом человеке, заведомо мерзавце. Ну, как обычно, простые вещи, которые требуют огромное напряжение сил, куда все они уходят. Вот в этом случае он потребляет до 25% энергии, об этом мы тоже поговорим. То есть гигантский расход энергии, который приносится в мозг, и, соответственно, продукты распада уносятся. Значит, соответственно, 25% продуктов дефекации, которые вы относитесь в туалет, это из вашего мозга работающего. А если он перестал работать, то только 10. Вот так это устроено. То есть это гигантская машинка по переработке энергии. Ну, продолжим. Значит, вот на основании таких детских представлений, собственно говоря, и построены все нейросети. Нейросети, к сожалению, они все убогие, до нельзя. Здесь я привожу некоторое количество. Но все началось с Бейсовского классификатора примитивно. То есть, ну, счет, по сути дела. Но вот потом методы вычисления ансамблей, метод опорных векторов, дерево принятия решений, логическая регрессия и метод наименьших квадратов. Но это все примерно пионерский лагерь. Но это до сих пор активно использующее. И в том как раз проекте, который я вам сказал, европейского сообщества, в который еще можно поучаствовать, собственно говоря, на этом все и построено. Там ничего нового. Все примерно такая же вот тухлятинка 30-50-летней давности, которая ни к мозгу, ни к его моделированию не имеет отношения. Но, тем не менее, на это деньги будут выделены. Воспользуйтесь, у кого они есть. Кому, точнее, проблемы с деньгами. Это хороший подход. Значит, так что едем дальше. На самом деле катастрофа ужасная. Поскольку вот здесь приведен, эту картинку люблю, нейрон, вот тушка тела нейрон, а это его отростки. А вот эти маленькие цветные точечки, это на самом деле
синапсы с разными медиаторами. И здесь они не все, процентов 30. Вот представьте себе количество связей, которые находятся у нейрона и которые образуют связи с другими нейронами. То есть каждый нейрон – это как бы такой компьютер своеобразный, потому что он не только суммирует, не только выдает результат, он может просуммировать и остановить процесс. Как вы знаете, компьютеры этого не умеют. Они не могут останавливать вычислительную систему на полном скаку. Но это смешно. Нейрон это делает запросто. Но отсюда и разница. Но самое страшное не в этом. Самое страшное для моделирования компьютерного мозга – это то, что наше мышление – это не передача сигнала. И вот здесь огромная проблема. Наше мышление – это не просто передача сигнала, даже сложно закодировано с помощью вот этих вот комбинаций из 25 медиаторов. Ничего подобного. Это еще сложнее вещь. Дело в том, что все наше мышление и запоминание является морфогенетическим процессом, на котором все делают глазки вот так. Вот знаете, как обезьяны. Ничего не вижу, ничего не слышу. Потому что наш мозг работает по морфогенетическому принципу. Это что означает? Принцип очень простой. Вот эти вот самые синапсы, они всю жизнь образуются и разрываются. Если вы хотите что-нибудь запомнить навсегда, вы должны перевести в синаптическую связь этот процесс. А если вы по старой связи будете гонять, как перед экзаменом вы учитесь, вы забудете все. То есть нужно время, чтобы образовались синапсы. Синапсы образуются с конечной скоростью. Каждый такой нейрон каждый день образует 3-4, иногда 2 синапса, и примерно столько же разрушает. Ну, представьте себе процессор, в котором тот сидит и там с ножницами наяривает, а в другом месте спаивает. Я всегда привожу пример. Можно сделать такой компьютер, но надо 150 миллиардов китайцев, которые бы сидели с паяльниками. Их еще мало, не хватает. 149 еще надо дорастить. Поэтому они увлекаются клонированием. Пытаются, в любом случае. То есть задача-то какая? Что вы не можете систему ни в какой компьютерной сети, вы не можете ее разорвать и сформировать, не написав соответствующий алгоритм. Мне тут же говорят, ну, алгоритм. То есть вы напишите алгоритм, вы что, Господь Бог? Вы что, сможете предусмотреть все варианты? Не будет у вас, он опять будет работать как калькулятор. И ничего другого не будет. Никогда. То есть задача в том, что наше запоминание – это образование связи, по которым бегает сигнал. И когда человек там или теряет сознание, или мозг отключается больше, чем на 6 там, минут, начинаются разрывы этих самых связей. Начинается прекращение движения по их сигналу, человек не может вспомнить, там, как его зовут. Вот о чем речь идет. Отсюда и память, и творчество. Когда человек говорит, я решаю задачу. Да не будьте компьютер никакую задачу решать, раз она алгоритмизирован изначально. Почему? Да потому что образование новых связей – это и есть решение. То есть как у вас здесь там зрительные образы, здесь слуховые, здесь двигательно-моторные, а задачка не решается. Вот вы пыхтите, пыхтите, как дизель в запаряре, потом говорите, о, до меня дошло, как все просто. Надо было сообразить. Вот сообразить – это что? Вот об этом, собственно, речь идет. Сообразить – это когда образуются новые связи и свяжут такие между собой отдаленные участки мозга, в которых хранится такая разная и далекая информация, что у вас озарение. Это будет озарение, инсайт, там что хотите. Там гениальная мысль пришла. Она не придет, потому что ее надо заставить прийти. То есть надо очень долго с этой мыслью жить, чтобы дождаться образования новых синаптических связей и таким образом запустить механизм синтеза. То есть вы увидите новую закономерность там, где вы ее не видели. Вот у компьютера таких морфогенетических особенностей нет. А если вы начинаете туда запихивать алгоритмы установления новых связей, ничего не получится. Потому что мозг это образует независимо от того, напряженно вы работаете там над экзаменационной сессией или просто лежите на диване. Мозгу плевать. Вы хронический бездельник, который там с бутербродом все время дремит около телевизора, он все равно будет по три синапса образовывать. Что вы... трудоголик. Единственное, что если вы будете работать интенсивно с какой-то проблемой, значит, в это место приходит больше крови, а за счет чего разница в энергии от 10% до 25%? За счет изменения кровообращения. То есть у нас в нужных местах в мозге увеличивается энергообмен. А в тех местах, которые вам не нужны в данный момент, энергообмен минимальный. Поэтому здоровый образ жизни – очень полезная вещь, но абсолютно бессмысленная.
То есть вы будете физически в хорошем состоянии, физкультурником, там все, но в ассоциативных областях у вас начнется маразм. Ну, пожалуйста, выбирайте. Здоровый тело, здоровый дух. На самом деле одно из двух. То есть нужно регулярно менять род деятельности, тогда шансов чуть-чуть будет побольше. Но сохранить собственные мозги. То есть одними упражнениями, зарядкой вы их не спасете. Надо еще мозги-то заставлять думать. Только тогда кровоток, например, в ассоциативных областях, в низкой, нижней височной доли лобной, он увеличивается. И тогда нейронам хватает энергии для того, чтобы просто-напросто думать на ту или иную тему. А если кровоток больше, и синаптогенез, то есть образование этих связей, тоже будет больше. Соответственно, можно решать задачу самым неожиданным образом. В общем-то, гениальность – это не только конструкция мозга, не только, скажем так, предрасположенность, которая записана в конструкции мозга. Это все известно хорошо очень. Это еще и способность сосредоточенно заниматься одним и тем же делом, заставляя мозг формировать эти самые связи. Но имейте в виду, что мозг этого делать не хочет. Он оболтусил бы отряс. И если вы не думаете, вам тут же внутримозговые наркотики эндогенные, как я уже говорил, каннабиоиды, опиоиды, всяких окситоцин, всякие хорошие вещи, эндорфины, в больших количествах. А если вы начинаете думать, то их тут же нет. Поэтому думать не хочется, а есть развлекаться очень. Так что вот все очень просто. Но на самом деле все хронические наркоманы, чтобы мозг мог защититься от избытка работы. Он действительно не может слишком долго работать, не выдерживает. Но если работает, они имитируют. Так, ну давайте продолжим. Значит, в двух словах, значит, модели искусственных нейрональных связей, это интересно очень. Ну вот, но на самом деле здесь я, собственно говоря, рассчитывал на то, чтобы вам показать вот эти все истории. Вам наверняка головы заморачивают перцептронами разными. Они тоже довольно тухленькие, 60-х годов. Они не работают. И многослойные, с обратной проверкой. Ничего из этого нет. Я участвовал в нескольких таких проектах. Все это полная глупость. И запрограммировать даже стоклеточную там, круглого червя, чтобы он хоть как-то вел себя более-менее животноподобно, невозможно. То есть это просто-напросто такое, скажем, историческое представление об этом. Ну и самое главное, что хотелось бы сказать о различиях. Значит, естественная система от искусственной. И вот здесь я чуть-чуть остановлюсь на этом. Значит, у нас адаптивная изменяемая память, то, о чем я только что говорил. Синапсы образуются, разрушаются. Вы забываете, компьютер ничего не забывает, если у вас он не сломался. А мы забываем. И более того, переделываем под свой взгляд окружающий мир. Если у вас есть о чем-то представление, вы долго с этим не сталкивались, с этим человеком, например, потом через несколько лет вы с ним сталкиваетесь, думаете, каким я живу в мире иллюзий. Он, оказывается, там очень хороший человек, или наоборот, полный мерзавец. А я-то о чем думала? Ну, к примеру. Значит, вот такая система. То есть у нас адаптивная, изменяемая, и самое главное, может быть, генетически запрограммирована. Значит, дальше. А здесь постоянное дополняемое, только можете расширять. Причем веса памяти совершенно одинаковые. Не можете никак изменить вес того, что запомнили в компьютере. То есть там они используют, есть такие приемы, там как бы значение признаков веса, и даже научные подходы, есть так называемый кладизм, в котором, значит, там назначается вес признаков, чтобы сравнивать животных между собой. На самом деле это все, естественно, липо и не работает. Но, тем не менее, это плоды постоянной дополняемой памяти. У нас она не постоянна и достаточно паршива. Морфогенетический интеллект, я вам говорил, а здесь псевдоинтеллектуальная комбинация алгоритмов. То есть вы имитируете все время. Вы ничего машина не может, даже самообучающаяся, решить. По одной простой причине, потому что она не может выскочить за рамки заданных алгоритмов. Что хотите с ней делайте, но новых решений не будет по одной простой причине. Вы должны запрограммировать варианты этих решений. А то, что когда она решает задачу, потом программист идет и подгоняет под результат алгоритм, ну это старая история, всем известно. Сама она скорректировать это не может, если задача не очень узкая, не очень специальная, и, скажем так, с очень жесткими системами отсечения по результату. То есть, скажем так, да, чай вскипятить там, до 95 градусов сможет. Да, действительно, там распознать
Билет просроченный, да, ну и все, собственно говоря. Остальное – это в той степени имитация. Ну и дальше. Динамическое, адаптивное изменение системы за счет разрыва образования связи, то, о чем говорил, это естественное. А здесь у вас физическая неизменность. То есть уже наступил маразм, понимаете? То есть компьютер, он как бы рождается уже с глубоким всесторонним маразмом. То есть склерозом всех сосудов головного мозга, как было написано об одном выдающемся делу деятеля советского. Вот он уже такой. И, значит, здесь регулируемое общее энергопотребление, а здесь под задачу. Отсюда и 10 ватт мощности. Потому что вам нужно сейчас, например, мячик бросить в корзину. У вас концентрация на теменных областях. Вы бросаете и тут же выключаете. Берете книжку читать. Переключается в другое место, там опять падает. Ну и дальше электрическая передача и биохимическое кодирование. То есть двойственность. Система. Это имеется в виду импульсы. И здесь линейные решения, а здесь взаимоисключающие решения, связанные с двойственностью сознания. Просто, ну, вы сами знаете по себе, это отдельная тема о том, что наше сознание двойственно, вас изнутри раздирает то, что вам хочется сделать, то, что вас заставляет. На самом деле это никакая не психология, это сплошная функциональная морфология. У нас так мозг устроен, у нас есть то, что нам досталось от обезьян, это «хочу», и то, что вам социальная система предложила, то, что «надо» называется. И вот баланс между этих двух вещей, и человека загоняет в гроб обычно раньше времени, потому что хочется одного, приходится делать другое. Значит, и здесь естественные нейрональные сети. Вот здесь реальный человеческий нейрон, чтобы вы видели. И этот нейрон... Он обладает вот этими связями, это отростки. Именно на них синапсы сидят. Вот здесь каждый из тысячных нейронов. Представьте себе сложность машинки. То есть просто остальных 999 здесь не видно. И они не покрасили серебром. Еще есть глиальные клетки. Это еще особенность. Почему никогда не наступит сингулярность никакая компьютерного и человеческого мозга? Потому что наш мозг – забарьерный орган. То есть, если ваша иммунная система доберется до ваших мозгов, она поступит с вашими мозгами как с занозой. Он будет тут же отторгнут. Иногда это случается, тогда продолжительность жизни таких фокусников составляет 6 часов. Значит, и человек умирает. То есть, мозг, он распознается иммунной системой, как инородное тело. С чем вас всех поздравляю. Потому что взять у вас кровь и проверить антитела к вашим собственным мозгам, будет катастрофа. У вас у всех они есть. И как только иммунная система добирается до мозгов, она с ними начинает расправляться. Поэтому эту функцию защитную выполняют вот эти глиальные клетки, и через них же, соответственно, гигантская проблема. Проходит энергия, то есть кислород, еда в одну сторону и продукты дефекации, CO2 в другую. Поэтому скорость метаболизма даже маленького мозга, даже у ганглия таракана, она зависит от скорости передачи энергии туда и сюда. То есть иначе ничего не получится. Поэтому вот этот Курцвилл Рэй, я его смело назвал футурологом, потому что надо все-таки в школе учиться, наверное, был хотя бы не на двойке. Но вот, если бы он это знал, то он по такой глупости, а точка сингулярности в 1945 году, он бы не говорил. Но он старенький, поэтому он не боится сингулярности. Сами понимаете, он точно не доживет. Но поэтому он ее объявил на 45-й год. Он так всегда делает. Илон Маск то же самое делает на многих вещах. То есть не дождется. Спросить не с кого будет. Так вот, это точка сингулярности интеграции компьютера и человеческого мозга невозможно по одной простой причине. То есть тогда компьютеру придется работать со скоростью мозга. То есть очень-очень медленно. То есть это уже можно сингулярность устраивать прямо сейчас. Потому что метаболизм от сосуда к нейрону, он очень медленный, идет через глию. И максимум, как я вам говорил, это в пассивном состоянии 9% и 24% при нагрузке. Энергетический обмен – это доля энергии, которую мозг потребляет от всего организма человека. Соответственно, вот такая высокая нагрузка, а для сингулярности надо примерно в 1000 раз больше, она невозможна. Метаболически. Просто есть ограничения человеческого мозга. Так что это все фикция, профанация чистой воды. Красивые слова для получения хороших грантов. Учитесь и пользуйтесь этими приемами для того, чтобы эти гранты и получать. А вот метаболизм как устроен. Кстати говоря, он дает большие последствия. Это особенно призываю к молодежи.
посмотреть на эту картинку чуть повнимательнее. Вот в норме у нас работает один из 5 сосудов. И, соответственно, энергии у нас в каждой участке мозга потребляется очень мало. Остальные сосуды тоже есть. Они, но через них они такие тоненькие, что через них плазма крови проходит, а эритроциты нет. В результате что происходит? Когда вы задумались о чем-то, ну, вам, например, пытаются продать поддельного Рубенса. Вы начинаете в него вглядываться, ничего не понимая, но напрягаетесь. Вот в этот момент, значит, у вас в зрительном поле подключается 3-4-5 таких сосудов, энергетические расходы скачут сразу в разы, и вы начинаете замечать то, чего не видели. Или вас там напугали ужасно, что вызвало мобилизацию. То есть вот мозг таким образом, меняя просвет сосудов, регулирует энергетический обмен нейронов. Остальные дремлют, потому что он очень не любит расходовать энергию. Но это неприятное занятие. И тогда, если вы так включаете свой мозг, никаких наркотиков эндогенных вы не получите. Они вырабатываются прямо в мозге, и там же вам выбрасываются. Поэтому люди, которые не думают, понимаете, вывод какой очевидный. Люди, которые ни о чем не думают, находятся в счастливом состоянии. То есть постоянный наркотический бред такой, стабильный. Почему? Потому что энергетические расходы снижаются, значит, наркотики вырабатываются. Организм поддерживает это поведение, поскольку в эволюции мозг всегда был очень затратной частью нашего тела, а еды всегда не хватало. То есть это действительно эволюционно обусловленный механизм. Но в результате не думающих, как вы знаете, вокруг вас намного больше, чем думающих. И думающего найти очень сложно. Никто не хочет тратиться. Ну, это как деньги выбрасывать в окно. Поэтому нет. Но, тем не менее, это дает результаты. Ну, во-первых, думающие люди среди и мужчин, и женщин сохраняют сексуальный интерес до глубокой старости. А во-вторых, голова лучше работает вот здесь. Сосудистая система, извлеченная из мозга профессора математики Санкт-Петербургского Одессе, обычного извозчика начала прошлого века. Видите разницу по капиллярному кровообращению? Ну, понимаете, да, математик всю жизнь пользовался головой, а извозчик в основном стаканом. То есть поэтому, как понимаете, разница в сосудах очень большая. То есть нужно думать, если вы хотите сохранить свой мозг в рабочем состоянии. И вот этой системы регуляции и решения задач, во-первых, компьютеры нет такой специализации, сейчас современные микропроцессоры, вы знаете, нейронного типа строятся как архитектура одинаковых ячеек с одинаковыми функциями. Что в мозге, да, так, но только ограничено полями. А вот такой энергетической регуляции нет, соответственно. Для того, чтобы вам взять простенький интегральчик, который можно там полярным планиметром АБВА сделать за 30 секунд, там, на суперкомпьютере вам надо энергию, как для кипячения, 1000 чайников. Ну так, для справки. Ну и как это надо преодолевать? Я пришел сюда не для того, чтобы травить вам про то, какая бестолковость это построение искусственного интеллекта. Это красивый бизнес-проект. Действительно, простым людям, далеким от этого, очень легко объяснить, что это приятное дело, очень перспективное. Вот смотрите, у вас в конце концов ИНН перестанут путать. Это же успех. Кстати говоря, все ИНН могут уместиться в наладоннике. Но вы обратите внимание, какая путаница. Что там с искусственным интеллектом? Давайте поподробнее. На основании 145 миллионов циферок вот таких, если их нельзя упорядочить, о чем говорить. Но все это смешно выглядит. Но на самом деле теоретическую модель Нейристора, я как раз использую старое название, можно сделать. Но что надо сделать тогда? Надо, чтобы каждая такая единица, такой, скажем так, процессор-коммуникатор, обладал в минимальном наборе до 1000 связей с другими. Он должен образовывать и разрывать новые связи, разрывать старые, то, чего нет ни в одном процессоре. Потому что алгоритмизированный разрыв связи нет, не годится. Он должен быть случайным, как жизнь. Обладать способностью прерывать, тормозить сигналы. Торможение и остановка вычислительных систем вообще не предусмотрено, даже не рассматривается, как правило. Уметь воспринимать, суммировать внешние сигналы и обладать способностью генерировать новые, которых не было в компьютерной системе вообще. То есть это принципиальная разница. Быть способным генерировать ранее несуществующие сигналы и обладать способностью умирать и воскресать. Напомню, что начиная внутриутробной части, человеческий мозг умирает. Значит, сначала там есть пролиферативные процессы, которые заканчиваются сном к рождению, чуть-чуть продолжаются потом.
но быстро исчезают и носят следовой характер. А нейроны умирают всю жизнь, причем в больших количествах. И если до 50 лет там все хорошо, там они более-менее стабильны, там умирает небольшое количество нейронов, то после 50 по 30 грамм за 10 лет мозги легчают. Так что кому повезло дожить после 50, там до 90, на 120 грамм мозги полегчали за счет гибели нейрона. Так что чудес не бывает, а обращу внимание, компьютеры это не предусматривают. Гибель процессоров как-то там в голову не приходит. Ну вот. И дальше нелинейная обработка встречных сигналов противоположного значения. Есть фокус такой. Нейрон передает сигнал в одну сторону. Совершенно однозначный, информационный. И тут же на соседнем синапсе сигнал переходит в встречный, другой. Прямо противоположный. И они отлично с этим справляются. Попробуйте запустить такую штуку в процессоре. Ничего не получится. Ну и дальше большое подчиняет маленькое. Значит, надо, чтобы это все работало и одно подчиняло другому. То есть большие структуры подчиняют маленькие, и таким образом возникает иерархия. Ну и, значит, то, о чем я в последнее время регулярно говорю, это о теоретической модели зверька. Значит, ну и что? Если вот мы сделаем такой коммуникатор-процессор, значит, в чем отличие от компьютера? Почему они не получаются никакого искусственного интеллекта? А у них целеполагания нет, не связанного с конкретной задачей. Вы ему ставите задачу, сосчитай количество денег или там количество паровозов. Он считает. Он собирает данные, считает с базы. Цель-то какая? У компьютера нет цели. Цель – это ваша задача. А целеполагание – это когда цель не связана с решением конкретной задачи. Вот в этом проблема. Но если мы создаем такую систему, ее можно создать. Забегая вперед, значит, мы должны еще создать одно. Где внутренние каннабиоиды, опиоидные и все остальное. Компьютер, если мы создаем искусственный интеллект, компьютер должен получать удовольствие. Какие? Спариваться он не умеет. Что он делать-то будет? От еды тоже не очень. Нужно, чтобы не достигнув результата, но двигаясь в нужном направлении, он получал подкрепление, то бишь удовольствие, как мы с вами. Вы же 5 лет учитесь, еще не начиная там, создавать компьютер или там, создавать новые химические технологии. Нет? То есть у вас есть промежуточное удовольствие. Надо компьютер так строить. Но если вы сделаете такую систему, то я уж не говорю там про изменение энергии, это самое простое, но и жертвовать своей собственной структурой энергии во имя целеполагания. Это вообще в инженерии не рассматривается. Потери частей тела, а мы это с вами на это идем каждый день, но то будут неизбежные последствия. Искусственный зверек или интеллект, как хотите. Он будет бесконтрольным, у него будет собственное целеполагание, он тут же найдет занятие поинтереснее, чем вы ему предложите. Он будет просто жить. И дальше, если искусственный интеллект, значит, по сути дела, подводя такой некий итог, появится тогда, когда он будет решать собственные, а не ваши задачи. Пока он будет решать ваши задачи, это будет не искусственный интеллект, а, знаете, такой железный Феликс. Такая же машинка для счета, которая была раньше в бухгалтериях. С ручкой. Вот механический такой калькулятор. Вот больше ничего. И все эти петафлопсы, о которых я говорил, они выеденного яйца не стоят, потому что они прикладываются совершенно не к тем задачам, которые связаны с искусственным интеллектом. Ну и последняя неприятность во всей этой истории – то, что если мы создадим искусственный интеллект на самом деле, не имитацию с похищением миллиарда долларов очередного, а реально, то им будет сложнее управлять, чем современными людьми, поскольку он будет быстрее, умнее, обладать большой памятью. И с ним справиться вы не сможете. Ну вот, собственно говоря, на этом я хотел бы закончить. Ну и тому, кто хочет попытаться и умеет программировать, навыки программирования, вот можно обратиться по этому адресу, прислать свой куррикулум вита. Сейчас мы набираем некоторое количество специалистов в области программирования и математики, которые могут поучаствовать в этом безобразии. Значит, попытаться испортить жизнь человечества, создав реальный искусственный интеллект. Благодарю за внимание. Пожалуйста, друзья.